Ну что ж, правительство объявило о своем намерении начать приватизацию компании «Транснефти», то есть компании, которая является естественной монополией по транспортировке нефти от места добычи до, собственно, порта или пограничного перехода за границу. «Транснефть», сейчас акции «Транснефти» обращаются на рынке, но это акции исключительно привилегированные. А власти говорят о своей готовности продать до четверти голосующих акций «Транснефти». Ну и, собственно, приватизация «Транснефти», уже сами разговоры о приватизации «Транснефти» толкают акции компании вверх, заметил вице-президент компании «Тройка Диалог» Алексей Долгих. Ну и, собственно, давайте послушаем, как можно заработать на этом увлекательном процессе. Акция называется «Транснефть». Сейчас торгуются акции привилегированные, которые стоят около 43 тысяч рублей. Вчера Игорь Шувалов заявил, что правительство планирует сократить свою долю в основном капитале «Транснефти» до 75% плюс одна акция в 2012 году. Такие заявления, как правило, делаются с завидной регулярностью, где-то раз в году. Всякий раз после этих заявлений акция растет где-то на 20, может быть, 30%. Менеджмент крайне категорично против выступает приватизации, всячески сопротивляется этим идеям. Возможно, что опять менеджмент победит и компания не будет приватизирована. Но каждый раз правительство с новой силой наседает на менеджмент и пытается продать часть компании. Сейчас компания торгуется по PE 2,5, что необычайно дешево, потому что аналоги зарубежные торгуются где-то по PE 15-20. И, по сути, это единственная закрытая компания в России, которая может удвоиться либо утроиться в будущие 2-3 года. Но вот это вот заявление Игоря Шувалова, которое мы вчера услышали, может двинуть акцию где-то на 5-10% достаточно быстро в короткое время, потому что инвесторы, как правило, покупают на слухах, а слухи о том, что приватизация может быть достаточно успешной и быстрой, они подогревают рынок, и уже сейчас мы видим достаточно хороших покупателей. Мы говорим про доход 5-10% на горизонте 2-3 месяца. Рисков очень много, поэтому, собственно говоря, компания так дешево и стоит. И прежде всего заключается в том, что компания не будет платить дивидендов. Она может стоить дорого только в том случае, если компания заплатит все, что она зарабатывает. Но не все, что она зарабатывает, а разумную часть. Но если компания не будет платить дивидендов, правительство и не сможет дорого продать те 25%, которые она собирается продавать. Поэтому все-таки, наверное, они будут вынуждены делиться с инвесторами. Ну что ж, идея покупать акции «Транснефти», привилегированные акции «Транснефти» сейчас, на разговорах о том, что «Транснефть» будет приватизирована, в очередной раз об этом говорят представители правительства. Каждое такое выступление приводит к резкому росту стоимости «Транснефти». Ну, собственно, действительно, «Транснефть» сейчас дико недооценена. Показатель PE, Price to Earning, то есть показатель соотношения цены компании и тех денег, что она зарабатывает, у «Транснефти» 2,5, а у ее аналогов за рубежом 15, 6 раз выше. Что отражает этот диспаритет? Ужасное, плохое качество корпоративного управления в «Транснефти». Ну, все в курсе истории Алексея Навального, блогера, который, собственно, вскрывал многочисленные факты коррупции, например, в «Транснефти». Ну и, собственно, рынок верит в то, что после приватизации в компании будет установлено нормальное корпоративное управление, будет установлен нормальный контроль за финансовыми потоками. И исключительно поэтому каждое заявление о приватизации, они действительно происходят каждый год уже, собственно, в начале года, весной 2011 года об этом говорят представители правительства весной 2010-го. И такие заявления действительно дают толчок вверх акциям «Транснефти» 20-30% сразу. Собственно, поэтому и сейчас есть смысл прикупить акции «Транснефти» с тем, чтобы заработать на них в ближайшие пару-тройку месяцев 5-10%. Вот, собственно, такова наша сегодняшняя идея.